Вирусный гепатит – это воспаление печени, вызываемое одним из пяти вирусов гепатита. В отличие от гепатита А и Е, вирусы гепатита В, С и Д часто приводят к хронической инфекции, которую не замечают годами, и она медленно разрушает печень и может даже привести к раку. В европейском регионе 13,3 миллионов человек живет с гепатитом В и 15 миллионов с гепатитом С. Это означает, что один взрослый из 50 живет с хроническим гепатитом В и один из 50 с хроническим гепатитом С. В большинстве случаев у людей, живущих с гепатитом В или С, симптомы не проявляются, и они могут не знать о своей болезни до тех пор, пока их печень не будет необратимо разрушена. В европейском регионе от вирусного гепатита ежегодно умирает более 170 тысяч человек, или 400 человек каждый день. Безопасная и эффективная вакцина от гепатита В имеется и уже используется во многих странах. С помощью новых методов лечения можно вылечить более чем 90% больных гепатитом С и предотвратить повреждение печени у большинства пациентов с гепатитом В. Пришло время узнать о гепатите и действовать немедленно, чтобы окончательно покончить с этой болезнью. ВОЗ лидирует в разработке первого европейского плана действий, целью которого является ликвидация вирусного гепатита как угрозы для общественного здравоохранения к 2030 году в соответствии с глобальной стратегией. Новый план приведет к тому, что в Европе снизится уровень заболевания гепатитом, и людям, живущим с хроническим гепатитом, будет обеспечен доступ к своевременному тестированию и эффективному лечению. В результате это поможет спасти тысячи жизней. Знать гепатит, действовать сейчас.